Друзья, всем здравствуйте, это город Томск, магазин Сенсей. Давайте посмотрим, что новенького появилось. Давно здесь не была. 999 рублей вот такие круглые пуфы. Бангладеш. Какой-то, друзья, натуральный материал. Декоративные веточки хлопка. Длинные. 199 рублей сейчас стоит. Стоили 400. И посмотрите состав. Скидки вот на такие пуфы. Стоит 1000 рублей. Сделано в Китае. А вот этот большой. Сюда, скорее всего, можно что-то сложить. Стоит 1800. Декоративная наволочка на подушку из искусственного меха. Не нашла ее размер. Скорее всего, 45 на 45 или 40 на 40. 599 рублей стоит. Вот так эта красота будет смотреться. Металлическая полка. 3 яруса. Тоже за 1000. И вот такой столик еще смотрю. Ой, как шумно сегодня. Много детей. Так. Ой, ой. 2000 рублей. Скидка на вот такой LED-светильник. Подставка у него бамбук. Купол, стекло. И стоит сейчас 500 рублей. Начальная цена была 1200. Звездочки. Гирлянды, лампочки. 1000 рублей. Работает от 2 батареек, как я поняла здесь. Длина 240 сантиметров. А, смотрите. 500 рублей сейчас стоит. Что-то я не с той стороны зашла. Очень много скидок практически на все. Например, вот такие полки для ванной. Основание бамбук. Металл, сталь. Сейчас скажу, сколько стоит. Поменьше, побольше. А маленькая 599. Большая сейчас за 1000 рублей. И осмотрим с вами все в разнобой. Такой эффект прогулки получается. 249 рублей. Вот такие металлические кашпо для растений. Вот этот вариант за 500 рублей. Есть еще черные. LED-светильничек. Металлическая оправа у него. 1000 рублей стоил, а теперь за 500. Хорошие скидочки здесь. Небольшие керамические вазы, все по 249 разных форм. Так, а вот эта круглая тоже 249 рублей. Стоил 800 вот такой поднос, тарелка. Мне писали, что это акация. Шкатулка 500 рублей. Так, сейчас с вами посмотрим, сколько поднос стоит. Самой же интересно, насколько его оценили. 500 рублей. Стоил 1300. Здесь очень много аромасвечей. Красивых подсвечниках. Они тоже все со скидками. Единственное, что неудобно их переворачивать, чтобы смотреть. А вот это, например, 300 рублей сейчас стоит. Стоило 600. Красивая, да? Огромная. За 400 рублей. Теперь «Привет, весна». 300 рублей. Тут вообще вот мимо проходишь, и аромат такой приятный от них. Так, вот этот еще глянем. 400 рублей. Большая свеча. Вот эта красота, свеча. Не подешевела ни на рубь. 700 рублей.
так же, как и стоила. Не хотят ее снижать цену никак. Очень красивый подсвечник, подойдет потом под шкатулку. Лимончик сейчас за 300. Морская тема посетила и Синсей. Смотрите, какие декоративные подушки. Морская звезда. И тоже уже красный ценник. Давненько, видимо, я здесь не была. Уже скидка. 400 рублей стоит. Шторы. Это все полиэстер. Вот эти неплохие такие. Симпатичные. 699 рублей. Здесь одна. 140 на 260 сантиметров. А вот такой вариант уже по две штуки. 1300. 140 на 260. Есть еще беленькие. Вот они. Образец. Тоже полиэстер. Так, а вот это не пойму. Это вот одна шторочка за 99. Она короткая, что ли? Ну-ка. Вот смотрите, вот здесь вот на рисунке. Вот такая она. Декоративная наволочка. В прошлый раз я ее не видела. 45 на 45 сантиметров. 199 рублей. Все так аккуратно прошито. И молния спрятана. А вот этот вариант тоже. Новенькая расцветка. 149 опять же. Такая была. Пледы. 160 на 200 сантиметров, 999 рублей. Но они прям очень тоненькие. Смотрите, просвечивает. Вот такой цвет и бежевый. Хлопковое полотенце, производство Бангладеш. Есть петелька. 50 на 100 сантиметров. Хорошая скидка на них. Сейчас они 349 рублей стоят. И есть еще белые. Такая же цена. А на кашпо тоже скидки есть. А вот такой, например, 249 рублей. Это керамика. Вот это симпатичная за 199 рублей. Полоска в такую же цену. А это уже пластик. На него цену не нашла я, нету. Практически все, что снимала в прошлый раз, смотрите, все на скидках. Вот эти наволочки декоративные для улицы за 299 рублей сейчас. Стоили 500. Абсолютно на все скидки. Скатерти за 500 рублей стоили 1000. В общем, тут, друзья, очень много всего. Вот такой наборчик сейчас замечательный. Силикон, деревянные ручки, вот у скалки. Всего 300 рублей, стоил 800. Формочки силиконовые за 99. Вот этот замечательный набор, красивый. Кролики, по-моему, приходил он на Пасху. 300 рублей сейчас стоит. 149. Банки с замком для хранения. Большая за 700, поменьше за 500 рублей. Разделочная доска 400 рублей, стоила 600. Много силиконовых формочек. Вот такая роза 99 рублей сейчас стоит. Это тоже за 99. Единороги. Красавцы какие. И наборчик формочки для кексов. 99 рублей. Деревянная тарелка производства Китая для пиццы. Сейчас за 300 рублей. Стоила 600. Набор формочек. Дерево и цинковый сплав. Три штуки за 400 рублей сейчас.
Ролики для очистки одежды за 199 рублей. Коврики. Это Бангладеш, производитель. Опять же, не вижу я размер у него. Скорее всего, заклеили ценником. 400 рублей стоит. Больше нигде никакой информации. Так, вот этот посветлее, немножко подороже, за 500. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего настроения и пока-пока!